какое-то такое чувство, что типа это мое, это моя собственность. Ну, то есть, вы знаешь, вот непонятные какие-то такие эмоции. Ну, и не было реально подтекста, мне просто хотелось как-то вот от всего этого отвлечься Когда ему и хочется, когда ему хочется, выезжая с ним, ты даешь себе надежду на то, что ты можешь еще попробовать. Ну, я понимаю головой, знаешь, тут вот у меня включается разум, я понимаю головой, что, ну, никаких хороших отношений у нас не получится с ним в плане как Знаешь, почему мужчина и ты так женщина. даешь себе в голове? Потому что Почему? он идет к другой женщине. Если бы он Не, он появился даже бы к когда... тебе, допустим, представь такую картину. Он лежит не с Кристиной, а пришел к тебе и лез бы целоваться. Что бы ты делала? Ты бы с ним целовалась? Нет, я бы не хотелось. Вот, да и реально, если даже сейчас за эту картину он бы пришел, мне бы не хотелось после всего вот того, что было, Полина, принимать.